перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Какие-то строки. 8, 7, 1. 8, 7, 1. Это скриптонит. И крики стоять. Что? Я помятый пиздец. Йоу, чё, как сами? 7, 1. 8, 7, 1. Привет из Улан-Удэ. Улан-Удэ, привет тоже. Да где монголы еще живут? А? Да, ну подожди, где монголы еще живут? Нет, но Улан-Удэ да. не монголы живут. Ты что, ебанулся, чувак? Это много монголов вроде как. А кто там? Кто живет в Улан-Удэ? Вот этот придурок не знает. Посмотри, блядь, на них, чтобы они тебя видели в лицо, блядь. Я задам вопрос лучше. В Улан-Удэ живут монголы? Блядь, какие монголы? Ну там есть же этот фильм, как он называется, забыл. Салют, Бишкек, йоу. 7, 1, 8. Когда Сайфер когда-нибудь куда залетел? Залетел на бит, чтобы порвать танцпол всех твоих MC KO. Да, я шарю за стиль, у меня дымит бонг. Ваши рэпера доедают биг бонг. Салам, бро, с Джалабада. И в Джалабад салам тоже. Джалабад. Привет с Бурятии. А в Бурятии знаешь, кто живет? Да. Кто? Буряты. Да. Был у Mighty D такой смешной очень панчлайн, я не знаю, типа, может кто-то обидится, но на самом деле это типа просто шутка и просто смешно, типа, ты бурят, твое очко бурят. Не знаю, блядь, смешно же реально. Но это типа смешно, бля, КЗ. Это Mighty D сказал, если что, охуенный панчлайн. Как к Бошкину относишься? Бля, Никита Бошкин, это же мой пес тоже, вы что? У него, кстати, концерт. А, нет, в смысле? Какого, блядь? Какого 11-го? В городе, в Мурманске. Йоу, чуваки, да. Скоро у Никитоса концерт в городе Мурманск. Все приходите, они там с вайп-хантером зажгут нормально. Блядь, я так не могу говорить вайп-хантер почему-то в последнее время. Не знаю, почему-то, блядь, вайп-хантер. Почему? Почему это смешно? Самые лучшие панчлайны про Воронеж, все это знают. Йоу, какие, блядь, панчлайны про Воронеж? А в Воронеже кто живет, знаешь? Да, русские. Русские? Нет, там ответили про Улан-Удэ? Бля, про Улан-Удэ, да, ответьте. Вот тут человек сомневается, говорит, что там монголы живут. Йоу, в Москву ездишь, когда к татарам? Блядь, скоро, наверное, реально. В Казань? Что за хуйня? Фрэнки, хуйня у тебя под носом. Бля, Фрэнки же. Фрэнки, как ты, бро? Фрэнки? Фрэнки, да. Привет. Нельзя просто. Йоу, чуваки, сегодня такая пиздатая погода в Петербурге. Просто волшебно, полюбуйтесь, блядь. Просто волшебно сегодня в Питере, да. Салам, Фрэнк тебе тоже передает. Отлично. Теперь мое эго спокойно. Я забатлю тебя на киргизском. Нормальная тема, попробуй. Вдруг из этого что-нибудь получится. Начни. Привет из Улан-Удэ. Он уже сколько раз пишет. Салам, Тима. Ответь. Улан-Удэ, там кто живет?
той стороне будем? Да, Че, бля, мерч, смерч, пска. Скоро будет, чувак. Скоро он вообще прибудет ко мне, а там уже разберемся. Смотришь NBA? Конечно, смотрю. Yeah, the real dead boy. Да, будет. Держи. Салам из Москвы. Салют в Москву. Куртейка заебись. Да, охуенная, чувак, прицени. 7-1. Отсосу за чирик, торг уместен. Хорошая реклама. Ну, мне кажется, за чирик там еще такие будут, блин. Такой отсос себе. Как ты представляешь себе отсос за чирик, торг уместен? Как в GTA, типа, смотреть. Как в GTA. Да, как в GTA смотреть и ничего не чувствовать. Ничего не видеть. Я по-хорошему. Батлы будут, килла. Конечно, скоро будут и батлы, и вся поебота скоро будет, чуваки. Типа, изи. Валекум ассалам. Ангелина Каралива. Или Каралева, что там? Каралива. Каралива, как тебе такое? Каралива. Как тебе такой никнейм? Ангелина Каралива. Как будто она не знает этого. Что она не знает? Не знает язык. Каралива. Кила-кила, покажи им флоу салам для Эленехи. Про родной город напиши трек. Когда-нибудь, когда я к этому приду, я напишу очень хороший, крутой рэперский трек. А пока что, блядь, пока что я не готов. На тишка. Самом деле, пока что на районе тишка, да. Слышь, братишка. Тишка. За кого в НБА ты? В НБА? На самом деле, я раньше болел за Boston Celtics, когда там был звездный состав, типа Рэй Аллен, Шакил О'Нил, Пол Пирс. В то время, когда, где был Леброн? И Реджин Рондо. Кавалирс он был? Нет. В то время Леброн играл в Майами Хит. О, Майами Хит же тоже звездная тогда была. Блять, Майами Хит вообще охуенная. И чё, кто выиграл в то время Лигу? А? Кто Лигу выиграл в то время, когда у Селтика был состав? Бостон Селтикс и выиграл. Они все получили по золотому перстню, да. Как Танос. Крутые, не, крутые чуваки, я тебе реально говорю. Как Танос? Он тоже так. Кстати, чуваки, сегодня мы идем на... Как называется? Мстители, война бесконечности. Мстители, война бесконечности. Не ошибайся, бэкстэк, пожалуйста. Все говорят, что это какая-то детская поебота, но мы это проверим. Рацмин Норм зачитал на сайфере. Здорово. О, здорово, чел, здорово. Как сам? Да, потихоньку. Пойдемте в киллфиш, прыгнем. Пойдем. Только быстрее. Ладно, давайте, чуваки. Время дел, время решать дела.